Капитализм, он не просто зашел в тупик, он действительно сегодня бесится. Но противоядие есть только одно. Ибо капитализм всегда порождает нацизм, фашизм и бендеровщину. А кроме социализма его побеждать некому. Поэтому я жду в следующем выступлении вы поставите уже социалистические задачи. И я думаю, активно поддержит даже Единая Россия. Вот Володин сидит рядом и улыбается. Ему эта идея уже нравится. Он проводит большие крупные слушания по главным вопросам. Ну, что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения. Чем наполнять, особенно в сфере экономики? Вот в некоторых странах наполнение есть, оно связано и переплетается с рыночными формами регулирования и так далее. И достаточно эффективно работает. Надо смотреть. Но